Голова? Да. Вот сделаем ее круглой. А туловище? Овальным. Овальным. Так, а теперь смотрите сюда. Где у утенка глазки? Раз. Здесь, да? Здесь. Несколько кругов и овалов получился утенок. Сегодня юные одинцовцы постигают художественную азбуку. Одни рисуют мелом, другие – карандашами. Полет фантазии не ограничен. Я хочу детям показать, что есть азбука рисования. И есть определенные фигуры, базовые, на которых строится все, весь мир. Все вокруг нас, все, что в доме, что за домом, что на дороге – это все что называется, символы рисования. Без этого великим художником не стать, говорит Анатолий Попов. А научиться рисовать может каждый. Самое главное – терпение и труд. Мария Пырх учится во втором классе художественной школы. Архитектура, природа и животные – ее тема. Живописнее получается акварелью, и она как-то удобнее, знаешь, сделала ошибку, и это можно легко убрать. Художницей мечтаешь стать? Да. Что-то оттуда, может быть, дизайнером или что-то такое. Атмосфера на мастер-классе Одинцовского историко-краеведческого музея царила творческая. Даже я не удержалась и взяла в руки карандаш. Под чутким руководством юной художницы Марии пытаюсь нарисовать утенка. Я совершенно не умею рисовать. То есть, вот поменьше делаем, да? Примерно так. Угу. А теперь можно добавить хохолок и хвостик. Хохолок. Ну, он у меня будет вот такой. Советы художников пригодились. За считанные минуты белый лист украсил утенок. Отправляемся за профессиональной оценкой. Анатолий Васильевич, под руководством юной художницы Марии я попыталась изобразить утенка. Что ну скажете? Что? Ваше профессиональное мнение? Это вы делали? Я. Замечательно. Это у вас первый рисунок в сегодняшний день? Да даже за последние лет 10. Замечательно. Так, значит, я вас принимаю в нашу школу. Фигуры одни, а утята у всех разные. Но радость от проделанной работы не единственное, что получили участники мастер-класса. Спасибо большое. Вот так вот искусство, знаете ли, оно еще и кормит. Сладкое угощение всем юным художникам. Мастер-класс на свежем воздухе сотрудники Одинцовского историко-краеведческого музея провели впервые. На смену формата повлияла пандемия коронавируса. Это наш эксперимент. Мы это делаем впервые. Волнуемся, переживаем, как это будет. Но мне кажется, что все получится. Участники мастер-класса готовы подтвердить, все получилось. Азбука рисования освоена. С ее помощью можно нарисовать не только утенка, а значит, им теперь есть чем заняться на каникулах. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».